А вот возвращаясь в тюрьму, вас почему понесло-то туда ближе к вашей Северной Корее? Почему нас понесло? Когда, почему вы оказались-то в тюрьме? Мы оказались в тюрьме, потому что у нас было два свободных дня в Ванино. А, то есть вы уже там были? Мы в Ванино уже были, чтобы сыграть там обычный нормальный концерт. Нам организаторы... То есть это не предметная была поездка? Это не предметная поездка была в тюрьму. Понятно. Это была предметная поездка просто в Ванино на концерт. Все, у меня пазл сложился. Да. Но когда я понял, что у нас эти два дня есть, я решил, что нужно попробовать испытать те же ощущения, которые в свое время, много лет назад, испытал Джонни Кэш, когда он организовывал свой концерт Folsom Prison, тоже в тюрьме строгого режима. Но я пошел чуть дальше, потому что Джонни Кэш все-таки работал с большой шоу-машиной. Эта шоу-машина позволила ему сделать там полноценный саундчек, который был записан, и сыграть там два концерта. И эти два концерта были великолепно записаны, но... они не вышли на видео, как фильм. Я пошел чуть дальше. Угу. Может быть, у нас похуже были условия, я имею в виду, у нас не было такого вот саундчека, такого полноценного, но, тем не менее, сама тюрьма, сама по себе эта тюрьма, как место, я думаю, не менее жесткое, чем у Джонни Кэша, а учитывая наши реалии, может быть, и поболее. Вот. И нам удалось сделать фильм.